Всем привет! Kayo T2 Enduro. Подготовка к сезону завершена. Так, что сделано? Замена масла в вилке. Замена масла в амортизаторе заднем. Поменял карбюратор на 30-й. Потом сделал обогатитель. Вот. Чтобы было удобно. Такой клик, клик. Не надо лезть туда пальцами сейчас. Вот так. Поменял лапку переключения передач. Вот на такую. Сейчас ее можно поднять повыше, в мотоботах удобнее. Не задевает. Проверил зазор клапанов. Ну, все смазал. В принципе, готов мотоцикл по катушкам. Ну все. А, смазал еще тросики. Тросик газа, тросик сцепления. Ну, вот вроде и все. Всем пока. Всем удачи.